Всем привет! Меня зовут Оля Ольшанская, и сегодня я вам расскажу басню Крылова, которая называется «Мартышка и очки». Начинаем! Мартышка к старости слабо глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, не стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, и проку на волос нет в них. Мартышка тут с досадой и печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. Несчастье тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей. Невежда при нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познать ней, так он ее еще и гонит. Всем пока!